Мы с большой уверенностью говорить можем только о том, что подавляющее большинство населения испытывает проблемы невротического порядка. Осень, хандра, время сезонных обострений. Психологи считают, что причины появления невроза, иначе говоря, дискомфорта, заключаются в стрессе, проблемах со здоровьем и, главное, внутренних конфликтах. Основное из них – несовпадение желаний с возможностями. И если на фоне этого возникает депрессия или повышается тревожность, врачи говорят, к ним самое время заглянуть. Ничего постыдного в этом нет. Вот психолог, сравнивая проблему с медузой, советует ее немного обесценивать. Она там красивая плавает в подсознании. Вот. А когда ее достаешь, она соплю, да, ничего из себя не представляет. Вот так психоаналитик извлекает, находит, обнаруживает эту проблему, достает ее, и она теряет актуальность. То есть пациент, уже понимая о том, каков механизм возникновения его симптоматики, он совершенно по-другому на вещи эти смотрит. Но помощь врача без работы над собой – все же капля в море, говорят психологи. Они рекомендуют в первую очередь поддерживать связь с родственниками и друзьями. Во-вторых, необходимо уметь сохранять спокойствие. Важно учиться принимать необратимые ситуации. Попробуйте посмотреть на себя в зеркало, обнаженного. Смотрите ли вы на все части своего тела? Принимаете ли вы все части своего тела? А ведь некоторые... И это просто эксперимент для того, чтобы словить, а что такое не принимать? Да, это все при мне, но на что-то я смотреть не хочу, от чего-то я отворачиваюсь. И после этого просто себе сказать, я не полностью принимаю себя. При этом в поисках гармонии с собой важна умеренность. Не нужно требовать от себя больше того, что сможешь осилить, иначе сам себе навредишь. Пример тому – переедание. Также психологи советуют улыбаться почаще и быть благодарными за то, что уже имеешь. Еще один немаловажный пункт, прежде всего он адресован подросткам – не завышайте ожидания по отношению к друзьям. И еще одна рекомендация касательно уже всех – соблюдать режим дня. Просыпаться примерно в одно и то же время и засыпать до 11 вечера. Как организовать свое спальное место? Это шторы blackout, отсутствие света, телефон и телевизор за 40 минут, за час должны отсутствовать. А по поводу того, как улучшить сон, это 40 минут прогулки пеши. Для регулярных прогулок психологи советуют завести собаку. Особенно это актуально для пенсионеров. У них появится постоянный источник любви и поможет пожилым людям поддерживать столь необходимую физическую активность. А где активность, там меньше тревоги и апатии. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.